Всем привет, добро пожаловать на канал спортивного питания. Сегодня у нас тема притреники. А конкретно, почему притреник перестал работать? А перед просмотром данного видеоролика рекомендую подписаться на мой канал, далее нажать на колокольчик и поставить галочку. Теперь вы будете знать о всех новых видео на этом канале. А для начала разберемся, что такое притренировочный комплекс. Притреник — это у нас комплекс из аминокислот. Мне нравится, как здесь расписано. Это комплекс азотников, аргинин, цитрулин, тонизирующие аминокислоты, которые будут убирать там лактат, то есть молочную кислоту, беталанин, тирозин, таурин и какие-то энергетические компоненты, допустим, там кофеин и для силовых креатин. Эти все компоненты могут быть усилены дополнительными различными компонентами, типа для пампинга там может агматин быть, для большей энергии, допустим, для фокусировки там герани, йохимба, синефрин, все что угодно. Креатины тоже могут быть разных матриц там. Здесь, допустим, там малат, моногидрат, этилэстер, может быть здесь и гидрохлорид, цитрат, нитрат, все что угодно. Список может быть даже вот отсюда до сюда. То есть в притренике сейчас как бы очень разные, бывает даже без стимуляторов. И вот, допустим, можно разбить это все на три части. Там азотники, которые будут давать пампинг, компоненты, которые будут убирать молочную кислоту и являться будут стимуляторами, ну и креатин. То есть можно на три составляющих как бы разбить основных. И эти все треники делятся на такие части. Просто в ком-то что-то добавлено, в чем-то меньше, в чем-то больше. И вот, допустим, человек употребляет вот такой напалм, и он у него почему-то перестает работать. Допустим, он пил первые 3-4 тренировки, все было замечательно, потом он уже на 5-6 его еле чувствует, на 7-ю, на 9-ю он, в принципе, вообще не чувствует, он перестал работать. Дело в том, что добавка приедается просто. Причем приедается не, допустим, не те же аминокислоты, не тот же сильно креатин, а в основном стимуляторы. Потому что больше всего и как раз на них и подсаживаешься. Как вернуть былую продуктивность от притреника, это как бы, в принципе, способы простые. Банальное повышение дозировки. Допустим, ели по колпачку, потом можно по полтора, потом по два. Ну и здесь уже как бы бессмысленно, в принципе, повышаться. Вот здесь наступает момент, когда нужно отдых сделать. Просто банальный. Если уже дозировки вы пробовали повышать, и, в принципе, притреник не работает, и вы уже думаете, вот надо новый притреник попробовать. Притреник новый берете, да, там какие-то другие компоненты будут уже другие. Можно как бы попробовать его, вы попьете его, да, он может работать, а может не работать, как бы. Если работает, то ну попейте его еще. Но опять же, он тут также скоро будет уже как бы эффект ослабевать. И вот такие моменты, даже когда смена препарата была, а все равно не помогло, то здесь просто, как сказал, делаем банальный отдых. Причем отдых как бы особенный. Мы должны из рациона убрать все стимуляторы всевозможные, то есть кофе не пить, всякие, допустим, там кто женьшень ест, там витамины могут там быть с гуараной различные. То есть эти компоненты должны быть из рациона убраны на протяжении где-то месяца. Через месяц вы добавляете любой абсолютно притреник, и вы будете его так ощущать. Причем в идеале, чтобы вы начинали дозировки с маленьких порций. Допустим, здесь пишется порция один колпачок, начните с половинки просто. Вас будет 100% брать эти порции, и будет все замечательно. Потом уже, когда эффект начнет ослабевать, по одной, а потом уже как бы будете повышаться, но вы хотя бы отодвинете этот порог как бы приедания самого притреника. По поводу того, что люди, допустим, берут один притреник, например, Эксплод работает, Леврони там не работает, а этот там, не знаю, Гипер сильно работает. Это просто переносимость продукта. Ну и, конечно, компоненты нужно смотреть, и, безусловно, там на геране посильнее, там на эфедре и на чем-то еще другом, они будут, конечно, сильнее, но бывают такие, что оба на геране, оба примерно дозировки, причем до миллиграмма, но почему-то этот работает, этот не работает, это не значит, что подделка какая-то, то есть там могут пропорции быть разные, могут, допустим, обработки чего-то. И та же восприимчивость продукта. То есть бывает и такое, что вот что-то ты ешь, один работает, а второй не работает. Чтобы не особо там вникать в состав и так далее, можно, допустим, там в любом магазине приобрести вот такие пробнички. Там, допустим, с одного пробника притреник, в принципе, тяжело понять, потому что все же занимаются как бы там
группы мышц идут, допустим, там сегодня ноги, завтра там спина, плечи и так далее. То есть какие-то группы идут. И, допустим, на каждую тренировку по именно вот такому притренингу, допустим, 5 взять ног эксплодов и попить их на каждой тренировке. Допустим, на тренировке ног, на тренировке рук попробовать его, и вы уже будете видеть, как ваши тренировки проходили без него и с ним. То есть от одного притреника вы можете не понять эффект, потому что, ну, не выспался. И скажешь, что вот не работает. А вот на 5 тренировок это уже показатель. И можно, допустим, попробовать 5 таких, 5 таких, 5 таких. И как бы уже, ну, четко будешь знать, какой тебе рабочий притренинг. В принципе, даже 5 это может быть и много, но как бы в идеале 5, конечно же. А можно там и 1, и 2 обойтись, кому как нравится. Или же под сплит посмотреть. То есть это где-то неделька должна быть. Если у вас 3 тренировки в неделю, там 3 пакетика можно, а если 5 раз в неделю по-нормальному занимаетесь, то, конечно, можно, допустим, 5 пакетиков попробовать. Потому что многие банально покупают такую банку большую, она не работает, они ее или выкидывают, или другу отдают, и как бы недовольны. Поэтому вот такие пакетики, пробнички так называемые, или пакетированная форма выпуска, кому как нравится называть. Кстати, есть небольшая разница, потому что пробнички, они... как сказать, непостоянные, то есть они сегодня есть, завтра их нет, на них не стоит рассчитывать, то есть это на презентациях различных дают, или же ограниченные партии выпускают, чтобы человек, допустим, попробовал, возможно, даже они бесплатно раздаются. А в пакетированная форма выпуска, это вот, допустим, как постоянная основа, порошки такие банки на 30 порций, а есть у них порционные именно, то есть они постоянно идут, и ты можешь всегда рассчитывать, что они есть в продаже. То есть это уже пакетированная форма выпуска. По притренингу, в принципе, все сказал. То есть перерыв, отдых, вот всех компонентов. Кто не уловил, еще раз послушайте это все. Перемотать всегда можно. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.